Сегодня военно-спортивный центр «Воин» выпустил 450 курсантов. Молодые люди 3 месяца проходили огневую, тактическую, медицинскую подготовку, а также учились управлять беспилотниками. Сегодня молодежь подтвердила свои навыки. Каждому курсанту торжественно вручили сертификат центра «Воин». Выстрел! Подтверждение того, что ребенок прошел хорошую, качественную программу, вот этот сертификат дает. Ну и плюс это возможность дальше потом идти развиваться. Вот, и где-то в силовых структурах мы взаимодействуем с ними, и они знают о нас очень хорошо. Вот, и они понимают, что молодежь, которая прошла в центре «Воин» переподготовку или подготовку, они являются хорошими кадрами. Среди курсантов в основном старшеклассники и студенты. Причем военно-спортивную подготовку прошли даже девушки. Сейчас открыт набор на новые летние смены. Мне очень нравится то, что проводятся вот всякие вот тут интересные мероприятия. И вот вообще мне очень нравится вот эта вся атмосфера. Военная подготовка – это очень круто.